нами сейчас руководитель VIP-департамента греческого туроператора Мазонидис Тревел. Вообще, как вам вот эта вот вся тусовка? Я очень большой поклонник всех тусовок, возможных и невозможных. Более того, мы очень любим организовывать тусовки. И тем более мы рады, когда вы к нам приезжаете на тусовки. Вот так вот. Были ли когда-то такие делегации или такие мероприятия масштабные, как у нас сейчас? На самом деле такого уровня, ну, наверное, еще не было, но масштабные мероприятия и не одни мы проводили, проводим. Более того, мы проводим и секретные мероприятия. Мы очень любим помогать детям. Вообще, мое личное мнение, что дети – это маленькие ангелы. Хочу сказать спасибо вам огромное за все, что вы делаете, за то, что нас поддерживаете, потому что если бы, наверное, не вы, то у нас бы ничего не получилось, и вот столько радостных улыбок у нас бы не было. Спасибо огромное вам за гостеприимство. Спасибо вам, что вы выбрали направление Греция, что вы выбрали нашего туроператора. И я надеюсь, что это не последнее сотрудничество. И мы всегда готовы помогать вам, принимать и детей, и взрослых, и более масштабные мероприятия совершать. Я думаю, что у нас и получится. If you're coming around again, tell me how you feel, 'cause I need to know, know, know. Вопрос назрел. Почему именно красная дорожка? Почему не зеленая дорожка? Почему не фиолетовая? Я вижу, долго у тебя зрел этот вопрос. Сейчас даже модно красные губы рисовать, знаете, вот красные платья, смотрите, девушка идет. Если бы я был организатором, я бы постелил фиолетовую. Пускай Paradis Holiday становится все больше и больше в масштабах, пускай сюда приезжает все больше и больше людей. И мы поздравляем Paradis Holiday уже 2 года. Тусовка, скажите, у вас есть какие-то уже впечатления вот от такого количества людей, точнее детей? Ну, впечатления очень яркие. Во-первых, прекрасная погода, во-вторых, очень красивые дети, разнообразные. И то, что, видимо, их объединяет всех, это талант и желание. Мы хотим пожелать вам приятного просмотра гала-концерта и, конечно же, удачи вам. Вы пока что здесь находитесь очень короткое время, но скажите, как вам ощущения от нашей атмосферы? Είναι κάτι πολύ ένα χαρούμενο γεγονός, το οποίο μας έκανε να γνωρίσουμε έναν το πάρα πολλούς ανθρώπους. Γνωρίσαμε πολλά άτομα, είδαμε τους πολιτισμούς τους, ανταλλάξαμε απόψεις. Вы руководитель коллектива. Да. Вот тяжело здесь мне, скажите. Вы знаете, это я очень счастливая, я очень рада. Я от них беру такую энергию. Это прекрасно, я не могу это описать. Может, это, конечно, где-то устаешь. Но потом, когда сидишь одна и говоришь, елки-палки, какая прелесть, какую тебе энергию дают они. Я очень рад, что фестиваль такого уровня проводится именно в Греции, и я очень рад, что мы будем выступать тут. Скажите, пожалуйста, вообще сильная конкуренция? И есть ли у вас какие-то конкуренты, которых вы хотите как бы обогнать? Нет, у меня нет вообще никаких конкурентов, потому что я просто не задумываюсь об этом. Я просто стараюсь выступить, ну, как лучше,
для меня, то есть я не задумываюсь об этом. А в моей категории достаточно много конкурентов, которые достаточно хорошо поют. Итак, на нашу красную дорожку входят титаны шоу-бизнеса. Это Лина Арифуллина и Влад Богинский и Алексей Матиас. Итак, друзья, как дела? Как настроение? Чего ожидаете от нашего сегодняшнего праздника? Да прекрасно все. Всегда приятно, когда заключительный концерт. Ждем. Очень хорошо. Еще раз вас с таким замечательным праздником поздравляем. С вашим фестивалем. Хорошего настроения. Да, всего самого лучшего. Сейчас здесь группа «Заклепки» и украинский мега-пупер-супер-шоумен Дима Калиденко. Спасибо тебе большое. Тебе богатую невесту, машину. А у меня вот уже есть, вот со мной моя постоянная партнерша. Будешь богатой, я тебе желаю быть богатой и красивой. Спасибо большое. И чтобы у вас было все хорошо. Вы пара? Мы не пара, но, думаю, в будущем когда-то. Давайте, слушайте, да. Дима, по секрету скажу, что они были пары на самом деле. Мы были пары, но жалко, такие разногласия. Жалко, а мы бы могли во время фестиваля еще устроить свадьбу. Хорошее настроение. Ну ничего, что вам по 17 лет. По 17 вам? Нет, мне вообще 14. А, тебе 14? Мне вообще 14. Ей вообще 13. Свадьба отменяется, друзья, нет. Только не в этом году. Дима, а вот что, о чем говорит ваш сегодняшний имидж? Тебе не нравится? Мне нравится вот это вот крест, как у Стаса Михайлова. Стас Михайлов, Стас Михайлов. А кто это? А это там. Я знаю только «Заклепки» и Дима Калиденко. Все, и тебя, все, и все. Это достаточно? Сложно организовывать такие масштабные мероприятия? Ну, нелегко, но у нас есть хороший опыт. Арсен, скажи, пожалуйста, кто кого пригласил на красную дорожку? Я хотел с другой девочкой пойти, но она отказалась. Конечно, взял то, что осталось в конце там. Ну, осталась она, пойдем, ладно, если так просишь. Почему вы решили работать именно с детьми? Ну, потому что я просто без них жить не могу. Видите, рядом со мной дочь, она такая прекрасная. И дети в нашем коллективе, они такие же красивые. Кстати, воспитанница нашего театра. Сегодня главным призом, гран-при, будет вот, кстати, вот эта вот яхта. Вот, вы скажите, ваши дети рассчитывают на победу, ваши дети? Так, мы теперь как-то должны это исправить, если что-то не так. Ну, почему вы не объявили раньше? Но мы не за материальные призы, мы за творчество. Инна, здрасте, как ваше настроение? А, отлично, шикарно, красная дорожка, красивые все. Наконец-то гала-концерт, куча победителей, я думаю, куча будет положительных эмоций, поэтому все круто. Инна Геннадьевна, вот вы сегодня на таких каблуках, покажите все на каких каблуках. Вот чем хуже мужчины? Почему я сегодня не делал каблуки? Женщина всегда должна быть красивее, обаятельнее. Ну, а мужчины, они наши добытчики, наверное, поэтому мужчины должны быть немножко лучше обезьян. Мне просто интересно. Итак, мы направляемся прямиком к стулу Димы Калиденко. Вы сегодня выступаете, чем будете удивлять? Как всегда, разрывать зал в клочья или что-то особенное приготовили на сегодняшний вечер? Ну, во-первых, у меня новый пиджак, и во-вторых, хочу сегодня спеть самую любимую песню детей Димы Калиденко и «Человек-чемодан». Они будут счастливы. Это будет праздник для детей, самое главное. Там, где Калиденко, там всегда хорошее настроение и всегда праздник. А вы знаете, какой-то секрет, вот, чтобы не обгореть на отдыхе, чтобы быть самым красивым, чтобы быть самым гламурным, чтобы быть самым модным? Вот скажите секрет своего успеха. Надо сидеть в тенечке и не выделываться.
αισθάνομαι σαν στο φεγγάρι. Μήπως βρω κάποιο σημάδι σαν την Ελλάδα μου να βρω με το γαλάζιο ουρανό. Μα το ξέρω πως με άλλους γυρνάς κι όλο ψέμα σε
vinis parastasi. Возвращайся домой после дальних дорог, после долгих тревог, на последнем дыхании. Возвращайся домой после трудного дня, через годы разлук, на последнем дыхании. Thank you.
время, как тонкая нить. Порой мы с теми, с кем лучше не быть. Мир давно сошел с ума вместе с нами. Взял и просто поменял все местами. Мир давно сошел с ума вместе с нами. Мир стал таким, как мы. Танцует и играет он словно как в кино. Звездой его назвали, по-моему, давно. Он супер-супер-пупер, таких как он и нет. Но песенку про это узнает целый свет. Дима, Дима Калиденко. Дима, Дима Калиденко. Дима, Дима Калиденко. Дима. Совсем не Буратино и даже не Пьеро. Великий Аль Пачино узнает про него. Дима, Дима Калиденко. Дима, Дима Калиденко. Дима, Дима Калиденко. Дима. I'm still myself, myself. Добрый вечер. Знаете, в силу своей работы мы встречаем очень многих людей в аэропортах, провожаем. Сегодня прилетел очень интересный человек, случайно получилось на самом деле. Это один из руководителей Центра управления полетов космонавтов России. Он сказал следующее в аэропорту. Влад, а вы знаете, говорит, уже неделю наблюдается некое свечение над полуостровом Халкидики. Я говорю, знаете, это неудивительно, потому как именно на данном полуострове в данный момент собрались ангелы из всего мира. Потому что дети — это есть ангелы. Я думаю, что эти ангелы будут продолжать собираться. Мы положим хорошую традицию в этот раз, и эти ангелы будут слетаться со многих мест нашей планеты, в нашей солнечной Греции из года в год. Я думаю, что это будет очень хорошая традиция. Земля по-прежнему крутится. Мы просыпаемся с мыслью о чуде. А ты как будто стоишь на распутье один. Стены крепкие рушатся, и никому ты не нужен, как будто. Но вера за руку держит, мешая уйти. Живи, живи, ты для вселенной песчинка, а для земли ты часть, сейчас. И равнодушных не может быть среди нас. Живи, живи. Чистые вены и реки обыкновенно люби. Мы с тобой, чтоб ты не погас. Ты один из нас. Надежда кажется призраком, и за спиной стоит, как живая. Чего ты ждешь? Обернись, обрети ее вновь. Кто держит весь этот мир в руках, о чем мы просим молитвы, читая. Ты можешь остановить, если веришь в любовь. Живи, живи. Ты для вселенной песчинка, а для земли ты часть, сейчас. И он